С апреля текущего года на улице Ташкентской кипит работа. На месте бывшего пустыря возводят двухэтажный детский сад на 132 места для дошкольников всех возрастов. Здесь реализуют современную технологию размещения помещений для учащихся. Каждую детскую группу разделят на ячейки по три на каждый этаж. На первом – для детей от года до 3 лет. На втором – для ребят от 3 до 6. В этих помещениях будут находиться все необходимые объекты – раздевалки, игровые комнаты, место для приема пищи, спальни, а также туалеты. Перемещаться между этажами можно будет как по лестнице, так и на лифте, который установят чуть позже. Также для каждой ячейки предусмотрены отдельные вход и выход, что облегчит эвакуацию детей и воспитателей в случае чрезвычайной ситуации. Он в себе воплотил все веяния современные в плане интерьера, экстерьера и требований нормативных документов. Например, на данном объекте уже используются грузоподъемные механизмы для подачи пищи детишкам, которые будут на первом и втором этаже. То есть абсолютно удобство, никаких лестничных маршей, никаких столкновений потоков. На сегодняшний день рабочий заканчивает возведение несущих конструкций здания. Через некоторое время приступит к отделке. Работает подрядчик с опережением сроков. Мы сейчас вот ведем инженерные сети параллельно сразу. И монолитку закончили, сразу же ведем вокруг инженерной сети. Дренажная система, вода, канализация, отопление. Все это надо закончить до неблагоприятной погоды. Почему мы сейчас идем на опережение? Уже к концу года детский сад обещают сдать в эксплуатацию. В районе подрастают его первые постояльцы. Постройка детского садика в этом районе нужна. Вот соседи у меня живут, они говорят, вот сюда будем устраиваться. У них малыш уже подрастает. Возводит детский сад в рамках нацпроекта «Демография». Строительство всех социальных объектов в области на особом контроле губернатора Дмитрия Азарова. В своих выступлениях он не раз подчеркивал, что жилье в регионе должно строиться параллельно с социальной инфраструктурой. Дорогами, детскими садами, школами и другими объектами, необходимыми для комфортного проживания людей. Михаил Ермоленко, Григорий Пляшаков. События.